руководители фабрики «Ладос Мебель». В течение 4 дней проходили обучение по бережливому производству в рамках учебного проекта, организованного институтом «Бизнес-рост». Сюда приходят все готовые фасады со всех... Постоянно работают три сотрудника, но... Институт «Бизнес-рост» выбрал фабрику «Ладос Мебель» для анализа и решения реальных задач в рамках проведения уроков и лекций.